Всем привет, мой позывной Крепыш, я командир танка Т-90, сейчас мы находимся в зоне СВО, сегодня я покажу вам свой экипаж и расскажу немного про танк. Это Симба, мой механик-водитель. Всем привет. Это Карась, мой наводчик. Юрка. Привет, привет. Так, вот наш танчик. Танк Т-90М, прорыв. Система обнаружения штора, она при облучении засекает его и дает сигнал командиру. Башня доворачивается в сторону облучения и выстреливаются аэрозольные дымы. Сейчас покажу, что у нас внутри. Сейчас мы находимся на месте командира. Вот у нас пульт загрузки. Есть даже навигация. Сейчас мы поедем на огневой рубеж и поработаем. Победа будет за нами!